Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y22S. И сейчас я покажу вам, как включить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа, находим, нажимаем на нее. И таким образом включаем. Если мы зажмем на не пальчик, то перейдем в настройки, выбираем точку доступа Wi-Fi. И тут мы можем настроить название точки доступа, мы можем настроить защиту. Ну, тут в принципе настраивать нечего. И мы можем настроить пароль точки доступа. Также можем настроить лимит трафика за сеанс. Вот. И, например, автоматическое выключение точки доступа мы можем включить. А также расширенную совместимость. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.